Привет, дорогие зрители! Начинаем вскрывать посылки, те, что у нас наконец-то дошли. Здесь будут носки, женские, мужские носки. Заказывали зимние носки. Так что заказывали в Китае, да. Они, кстати, стоят дешевле, чем у нас. Я когда-то брал шерстяные носки у нас на базаре, да, они стоили 80 гривен. Это сколько, не помню, это на прошлый год, ну, 4 доллара примерно, да. Считаем, что 4 доллара было. А тут по 2,5, по 3 доллара, 2 пары. Вот такие вот носки. Не помню, честно говоря, будем смотреть, как они... Вот, это мужские носки, видно. Должны быть, я не знаю, вот, ну, даже не шерстяные, но такие теплые мужские носки синего цвета. Честно говоря, не помню, сколько где должно быть, потому что заказывали у разных продавцов и заказывали разную, ну, скажу так, качество нормальное такое. Запаха, как говорится, такого неощутимого нету. Ну, вот такие вот носочки у нас. Это мужские носки. Так, вот так вот мы их аккуратно сюда. Дальше, здесь вроде бы женские должны быть носки. Вот, стоимость, да, 8,40, здесь 3 или 4, а может даже и 5 пар бы. Я, честно, не помню, потому что видно, что упаковка такая увесистая. Так. Да, вот здесь вот женские носки, они такие цветные. Вот. Типа под эко-закос, далеко не эко. Вот. Так, ну, такие прикольные носочки уже вижу. Китайский кулечек. Вот такие вот носочки женские. Все упаковано, думаю, такие тянется хорошо. Классные тоже носки, но не, это не шерстяные носки, как я понял. Но все равно. У меня такие где-то довязанные были. А за 8, ну, сейчас реально очень дорого носки брать. У нас на рынке нашем оптовом, ну, очень дорого носки. Смотрите, качество такое говнистое, извините за выражение. Ну, вот такие все носки женские, ну, тянется где-то, не скажу, нет, тянется. Ну, а женские там 40, ой, 38-39, да, нормально будет. Видно, такие вот классные носочки. Так, эти вот, тоже красные. Ну, все видите, да, цвета разные. Зелененький вот такой вот. Так, открываем здесь тоже носки. Кстати, я думал открыть все сразу носки, но не получилось, потому что одни носки где-то потерялись. И тут женские носки. Но тут уже не теплые, а обычные летние носки. Тут их должно быть вроде 10 пар быть. И вот так вот. Ну да, 10 пар разные. Такие вот носочки. Что-то мне кажется, что они больше на детскую ногу налезут. Это и не нормально будет. Но это уже больше летние такие носки. Так что вот такие, ну хотя эти поболее будут носки, ну давайте растянем их, оп, не, нормально, что те, что тебе тянутся, нормально тянутся. Ну если что, будем судиться, как говорится, с продавцом. Вот такие вот носочки, разные цветов носочки. Так, сколько у нас здесь, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ребят, 12 носков за 8,40. Ну, это реально очень много. Ну, нормальная цена за такое количество носков. Вот такие тоже у нас носки здесь. И здесь. Здесь тоже пацанячьи мужские носки. Стоимость их 2,63. И вот еще одни мужские носки. Они не дошли. Вот такие вот носки. Ну, вот это уже реально шерстяные такие, видно. Теплые коричневые носки. Так, сейчас мы их, опа, вот, ну реально эти вот мне больше всего нравятся, больше чем те. Ну те такие, это даже плотные, вот это реально как шерстяные носки, потому что плотные хорошие носки, реально так упакованы классно. Те 2,84 стоят штука, а эти 2,83 штука, или 63, сейчас скажу. 2,63, но эти намного круче носки выглядят, чем те, что вот эти вот дешевле, ну, подороже. Я не знаю, как они будут носиться. Но вот такие вот носочки. Повечья шерсть. Шерстяные носки, но здесь не видно, ничего не написано. Размер 25-27, хотя у меня 27,5 идет. Здесь тоже, что мы видим. Хотя здесь 24-26.
Ну, мой 42-43 нормально натянется. Вот такие вот куча, миллион носков, да, у нас в этом видео было. Так что, ребят, вот такое вот у нас сегодня было видео. Подписывайтесь на мое видео, ставьте лайки, делитесь этим видео, вступайте в группу ВКонтакте. Не забываем так же самое, если вы поставили дизлайк, то сообщите причину, почему вы поставили дизлайк. Так что, ребят, спасибо всем за внимание, следите за моим видео, скоро будет конкурс, как я обещал. Так что удачи всем, пока-пока!